Алк Навруз прославился благодаря роли в сериалах «Фазилет Ханым» и «Кызлары». Актриса, получившая похвалу за роль в этом сериале, продолжила свой успех в драме сериалом «Не отпускай мою руку» с Алиной Босс. Актриса, также получившая признание за роль в сериале «Зумрудуанка», сумела за последние годы стать одним из востребованных продюсеров. Еще одной отправной точкой в ее актерской карьере стал сериал «Ады» Айкуси. Актер заявил, что может добиться успеха в жанре романтической комедии. Алк Навруз вышел на первый план благодаря своей любви к Айче Айшин Туран, одной из самых любимых и почитаемых актрис в сериале «Сказка Ады». После того, как в декабре Ада Масал из группы Алк Навруз попрощался с экранами, поклонники с нетерпением ждали его нового проекта. Летом они хотели снова увидеть Навруза в романтической комедии. Однако предпочтение игрока снова пало на сезонные сериалы и драмы. Также было известно, что актер получил много предложений из-за того, что в последние годы он был одним из востребованных имен. Алк Навруз дал понять в своих интервью, что ждет для себя подходящего проекта. Наконец-то он выбрал сериал, который ему понравился. Алк Навруз, который сыграет роль в новом сериале «Тиартичин Нетинцо Цуклар», некоторое время назад был на повестке дня. Сериал, подписанный Goldfilm, сначала привлек внимание именем Айчи Бингёль. Актриса, которая до сих пор помнит свою роль больной матери Джимили в «Пути», «Время под ключ», родила драматическую мать в «Кардешчи Клара». В сериале, где Айча Бингёль даст жизнь персонажу Джинит, мы увидим мать, которая отдает свою жизнь, чтобы защитить своих детей. Есть постановка, которая своим драматизмом заставит зрителей плакать на экране. Золотой кинопродюсер Фарук Тургут лично объявил о разработке Алк Навруз, последнего имени, присоединившегося к сериалу, в своем аккаунте в социальной сети. Об этом фанаты Навруза сообщили в социальных сетях. «Мы с нетерпением ждем возвращения актера на экраны с чрезвычайно обширной и драматичной историей. Адаптированный из книги Атики Хинчлиер «Конец сердца», «Дети небес» рассказывает историю мужчины, страдающего от насилия, алкоголизма и расстройства личности, и женщины, пытающейся выжить со своим ребенком. Сообщение Фарука Тургута об актерском составе сериала не осталось незамеченным. Объявив на платформе Twitter, что они договорились с Альпом Наврузом после Айчи Бингёль, известный продюсер также показал, насколько он взволнован. Он сыграет Зениб, большую любовь персонажа Халила, которого в сериале играет Алк Навруз. Актер был заинтригован. На роль взяли интервью у Иримхилва Джиоглу и определили альтернативные имена. Стало известно, что партнерша и возлюбленная Алпа Навруза Айчи Айшин Туран также получила предложение от сериала «Островная сказка». Любители дуэта хотят снова увидеть дуэт вместе, посмотрим, какое будет решение. Очень мощная история. TRT придает сериалу большое значение.